Всем привет, ребята, а вот и я, Зайка Вера, и сегодня мы с вами будем лепить очередного босса из игры Garden of Bonbon. Давайте скорее смотреть, что у меня получится. И не забудь поставь лайк. Подготовим все необходимое и начнем вытворять, творить. Итак, нам понадобится либо полностью желтый, либо можно зеленоватый пластилин, потому что желтого я у себя не нашла. И мне пришлось импровизировать. У меня вот такой вот слегка разноцветный. Но ничего, может быть, даже это и красиво получится. Начнем, пожалуй, оформлять ртишко нашему боссу. Это надо такое углубление сделать. Вот так. Теперь мы возьмем немножко черного и это все в выемку поместим. Наш кусочек. Лишнее, конечно же, удалим. С помощью нашего помощника стека мы наш черный пластилин хорошенечко вот так вот расположим, где не достало, растянем. Ну вот, готово. Сделаем ему небольшой ряд зубов. Верхний жгутик как раз закроет нашу неровность. И еще нижний. Это, как вы догадались, зубы. Зубы нашего босса, босса-монстра. И с помощью вот таких насечек мы эти самые зубы и формируем. Вот так вот легко и просто. Затем возьмем кусочек розового. И делаем таким образом ему. Не хочет. Такой длинный розовый язык. Затем возьмем такие вот на палочках шарики глазки. Чем-то он напоминает улитку. Теперь мы соберем ему руки. У нас с вами вот такие вот, тоже на палочках, чтобы все легко держалось. И ножки соберем. Сначала приделаем ему ножонки. Ох, я вместо ноги вставила ему руку. Так, их можно сделать покороче, потому что в игре у монстра ноги короче. У меня очень длиннючие получились. И вот таким образом мы ему их и укоротили. Теперь прикрепим ему ручонки. Можно их
вниз, можно вверх разместить, как вам больше нравится. И самое интересное, мы его украсим вот такими вот разноцветными пятнами. Вот такой вот он у нас весь интересный, пятнистый. Ну вот такое пятнистое чудо-юдо у нас с вами получился. Вот они его пятнышки везде.